А может, или не надо волосы прикрывать? Так нет, ничего? Ну, главное, чтобы они... Mm. Можешь смеяться. Да ладно. Просто будет видно эффект от массажа. Да. Да, лучше. Когда, знаешь, есть такой позиометрия, массаж позиометрические процедуры, когда идет расслабление напряжения, то есть там как бы чередование. Насчет того, что напряжение мышц и расслабление, лучше эффект наступает. На растяжку, на, на снятие блоков, в том числе и для лица. То есть вот даже если эти мышцы убрать, то сначала лицо напрягается, то же самое, как улыбка. То есть улыбался во время массажа, в принципе, показано. В принципе, для этого массажа, что я делаю, только придет в плюс. Сейчас буду эти мышцы все поднимать, пластику. А я не знаю, что вы еще и лицо делаете. То же самое там, когда есть проблемы, какие-то то же самое точечный массаж может быть лица. Что есть тайские там, методики лица, как косметологические, там, какие-то лечебные. Есть то же самое, что есть заметры. Да. Ну, а такие чисто косметические лицо это считается. Вот мой лоб. Два лоба тоже, да? Нет, просто там видите, эти у меня морщины, они же такие, которые мне управлять не могу. Это же моя мимика. То есть я, он у меня всегда такой был, ну как всегда. Раньше он был меньше, ну в плане у вас тоже. У кого-то морщины возле носа тоже, да? Да, у меня вот такой вот именно, да. Я родилась, у меня там уже морщины. Ну, тоже. Со школы, по-моему, сюда она это была склонна. И она уже была заложена. Да, мы с вами, короче, рождение с морщинками. Ну, я все-таки девушка, мужчине, в принципе, это не так страшно. Ну, морщинка, ты морщинка. А иногда, конечно, вот так, я не знаю, я вот даже думала себе этот ботокс колоть, или там, я не знаю, на лоб еще рано, может, это там все. Ну, это тоже не надо каждые 6 месяцев. Так и да. То вколола раз, типа, в 6 месяцев. Свободно. 21 только будет. Ну, она такая девочка, что она говорит, я общаюсь со мной. Ну, короче, моих подводок, друзей и подруг. А все остальные намного старше. Мне комфортно не будет общаться с какими-нибудь, как ты там говоришь. У меня была офиса. На какой был, в принципе. Когда каждый день сидишь, это не будет, в принципе, да. Я пока сплю. Я потом как-то оно само собой. Либо я перехожу, а так ну, автоматически. Либо получается, либо нет. Если сейчас не получается, потом получается. Бывает наоборот. Ну не знаю. Сейчас вот что-то вот как-то так. Комфортно. Тоже надо есть, когда уже нет обращения. Угу. Там уже упрощённо. Пью и всё. Ну да. Я не знаю, хоть ты, хоть ты. Ну, я не знаю, если не такой же. Не такой же,
Чего-либо кому-либо. И мы там же сразу есть куча конструкций, все на сочетании старых с помощью. Надо больше прислушать итальянцам, испанцам, по-моему, это все собиралось. Поляки тоже. Ну, западная Украина тоже. Тоже вот еще что-то еще не было. Наоборот, ничего. Просто нравится мне. Как это? Мишку. Он так делает. Посмотри, если точки дата, мы потом вот так делать уточку. Вот так ее растягивать. Это позиметрически, да. Вот когда мы отделение, то под этим мы обрабатываем мимические вещества. Потом мы говорим, уточка, селфи. Я так наоборот никогда не делала. Вот эти уточки селфи зачем? Это я, ну, так сказать, делал те, кто намного младше, короче, всяких моментов. Не знаю. Не совсем я туда гоняю. Зачем? Из себя делать уточку, если ты не уточка. Я и так пожалею уточку. Так, если я поднять, то глаза у нас остались. Лучше у нас маленький. Но я тоже не маленький. Я еще не очень маленький. Я себе руку положу, то я не маленький. Прям моя рука даже еще не похожа. Мелкая. Мелкая, как цвета ручки. У меня руки маленькие. Нормально. По сравнению со всех. Например, пальцы твои пропорции маленькие длинные. Да. У меня и ножки мои пропорции длинные. Вот это уж. Ну да. Я тоже такая, маленькая, а ножки так длинные. Ну, и хорошо. Это хорошо. Это пропорции. Но в принципе у меня ручки маленькие. Ну, в принципе, маленькие. Относительно меня. Не, относительно таких же девочек небольших, как я, то есть. Да, не, бывает просто, что более толстые, как говорят, кости. Да. У тебя какой-то просто мясистый. Толстый какой-то просто. Более трупная мясистая какая-то. Ну, это тоже как будто бы мясистая. То есть это массажа на животе. Потому что мы все так надо харчи. Это все у меня. Сегодня утром проснулась, подушка лучше мало скидывала. Я вспомнила, ты мне скидывала фотки с домом, но я решила. Проснулась сейчас. Она вообще из тех, кто фотографии не можно лишний раз никому не показывает.
Сейчас опять будет это? Ну. Когда же просто не получишь, то что надо загадывать. Ну что у вас темпо идет? Вот темпо идет. Сюда идет, сюда. Так же мышцы потянут. Так идет. Дальше по шее идет. Сюда. Спускается тут у нас, типа так называемый бассейн. Здесь бассейн, большой тоже. Ну, а тут просто мышцы подключили, да. Над бассейнами. Вот, так его назвали. Так, а сколько вы раз планируете снимать? Ну, периодически все равно нужно. Периодически? Да. Все равно надо? Что? Все равно надо? Говорю, мне всегда надо. А, всегда надо? Ну, пока да. Так, все, можешь улыбнуться, да, все. Можно вставать? Да. Можно, в принципе, уже даже не сидеть долго, потому что там уже...